Всем привет, друзья мои! Это Киберпанк 2077. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Поехали, ребят! Давайте наберем хотя бы 50 лайков под этим роликом и больше. Ну, надеюсь, больше мы тоже сможем набрать. Короче, 50 лайков набираем, и я делаю следующую часть по прохождению Киберпанка 2077. Сегодня будет такое больше знакомство. С чего же вообще начинается Киберпанк 2077? С охрененного меню в стиле, конечно же, Киберпанка. И надо выбрать прошлое Ви. Кочевник. Что же это кочевник из себя представляет? Жизнь кочевника опасна. Вы выросли в пустошах, мародерствовали и устраивали набеги на заправки. Дорога многому вас научила. Главные ценности кочевников – честность, прямота и свобода. Чужду жителям Найт-Сити. Там этого не купишь ни за какие деньги. Дитя улиц. Что мне больше всего, кстати говоря, нравится? Говорят, чтобы понимать улицу, нужно жить на улице. С детства общаясь с преступниками, фиксерами, куклами и барыгами. Вы усвоили главный закон городских джунглей – слабые подчиняются сильным. Это единственный закон Найт-Сити, которого вы еще не нарушали. Корпорат, друзья мои. Мало кому удается уйти из корпорации и сохранить жизнь, не говоря уже о чести и достоинстве. Вам все это неизвестно, вернее известно. Работая на корпорацию, вы нарушали правила, шантажировали конкурентов и собирали информацию, потому что на этой войне все средства хороши. Я, пожалуй, выберу Дитя улиц. Не знаю, мне кажется, это как-то ближе мне. Выберите тело Ви. Я выберу женское тело. Ну, мне просто, грубо говоря, будет приятнее смотреть на женское тело. Я хочу сделать из этой Ви красотку. Женский голос. Вот мужской. Вот женский. Цвет кожи я особо не буду менять. Давайте прическу посмотрим. Какие здесь... Ох, какие прически здесь есть. А, нет. Давайте... Вот... Не-не-не-не. Не прикольно. А, ну, даже не знаю. Может быть. Нет. Нет. Да, друзья мои, именно эту прическу я, пожалуй, оставлю. Цвет волос. О, кстати, можно выбрать цвет волос еще. Короче, ребят, будет у нас Мальвина с синими волосами. Глаза. Что у нас по глазам? Глаза в глаза, забыв про тормоза. Ну, я, короче, не буду особо заморачиваться с глазами. Глаза, цвет глаз. Все, короче, все, хочу такие глаза. У нее были брови. Ну, брови здесь особо не видно. Почему тут эти штуки, они... Что это брови? Это не брови. А, не тут брови. Ну, тут же такие брови. Все брови серенькие, зелененькие. Забавно. Ну, пусть будет черный, по классике нос. Что у нас по носу? Ну, пусть будет такой нос. Короче, с носом тоже я не буду заморачиваться. С челюстью тоже. Все мне, в принципе, более-менее нравится. Вот кибер... Киберимпланты. Да, пусть будет она вот снизу. Эти киберимпланты будут татуировки на лице. Ну, давайте посмотрим. Ой, мать божья. Что это такое? Моргенштерн в тебя вселился. Не-не-не-не. Вот мне не очень нравится это. А вот на шее это Тимати, похоже. Тимати стайл. Воу! Это, кстати, прикольно. Прикольно, но не знаю. Я за чистоту. Так, давайте вот, короче, не будет татуировок. Пирсинг тоже нафиг надо. Зубы. Зубы. О! Надо зубы. Золотые зубы. Что за мать твою за ногу? Не, пусть будут беленькие. Макияж глаз. Что-то очень много на самом деле. О май гад. О май гад. То есть настолько, да? Я могу выбирать размер груди? Серьезно? А я хотел это все дело пропустить. Нет, ушки. Тетюли. Ребят, скорее всего, я это буду дело блюрить. Или вы не хотите, чтобы я это все дело блюрил? Короче, если вы хотите увидеть версию без цензуры, заходите на мой канал на Яндекс Эфире, ребята. Там зацените. Я, пожалуй, там сделаю без цензуры. Это что-то маленькие, по умолчанию. Большой. Не, ну, конечно, большой выберу, камон. Конечно, выберу большой, но это третий размер, да? Сосочки можем выбрать. А какие вот тут мы... Такого в играх я еще не выбирал. Это пипец. Ну пусть будут небольшие... Хотя нет, небольшие, это как-то больше мужские. Вот такие пусть будут. Первые, окей, татуировки на теле. Ребят, все это вы можете увидеть без цензуры. Яндекс.Фили, может быть, вы уже Яндекс.Фили смотрите. На Ютубе я все-таки заблюрю, потому что, блин, ну тут сразу бан какой-нибудь жесткий. Так, что еще можно? Что еще я пропустил? Ноги. Ноги могу выбрать.
Офигеть! Офигеть! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Это уже надо будет блюрить длинные ногти. А, ногти длинные ли? Уж я не хочу, пусть будут короткие. А, то есть либо короткие, либо длинные. Цвет ногтей. Цвет ногтей. А, прикольно. Прикольно. То есть настолько здесь заморачиваются вот с этими деталями, ребят. Вот, то есть цвет ногтей можно выбрать. В общем, я выбрал цвет ногтей, потому что это можно выбирать, честно говоря, очень долго. Цвет изъянов. Не, это я не буду выбирать. Размер груди я выбрал. Соски я выбрал. Татуировки на теле нам не надо. Шрамы на теле нам не надо. Гениталии. Гениталии можно выбрать? Офигеть. Пенис можно выбрать. Ё-моё, что ты делаешь? Вагина, так, вагина раз. Пенис один. Чё? Пенис два. Нет. Не, ну как нету гениталий? Гениталий должен... Это писец! Это писец! Ну это же как бы... Я пока даже еще в саму игру особо не играю, то есть я не зашел, мне уже прикольно, ребят, мне еще нигде не было так прикольно создавать персонажей. Это что, Sims какой-то? Ну, не знаю, там насколько интересно Sims, честно говоря. Размер пениса можно выбрать. Большой, это типа большой. Такой, такой. Маленький. По умолчанию. Большой, маленький, по умолчанию. Это пипец. Не, ну пусть будет все-таки вагина, как-то это более понятно. Так, интимная стрижка. Махня жесткая. Интимная стрижка 2. Сердечко. Хрен пойми что. Понятно. Нету. Не, ну... Пусть будет сердечко. Хотя нет, не хочу. Пусть будет чистота. Вот, да, давай пусть да. Цвет лобковых волос можно выбрать. Нет, нельзя. А, нельзя выбрать. Это если... Короче, можно цвет лобковых волос выбрать. Зеленый можно сделать, ребята! Это же писец. Не, давайте все-таки по-чистенькому сделаем. По-чистенькому. Так, все, короче, нету. Я вроде все создал, ребята. Если вы хотите увидеть все без цензуры, ребят, ссылка в описании на Яндекс Эфире. Просто смотрите, чекайте, там будет без цензуры, ребят. Так, ну что? Тут тоже как бы... Я на тетюле немножко заглядываюсь. Чуть-чуть. Как они вот двигаются. Так, ладно, забыли. Забыли. Так, сила, сила. Что по силе? А, 7 очков у нас доступно. Ну, их нужно как-то распределить. Каждая характеристика дает доступ к нескольким навыкам. Характеристики и навыки дают бонусы, которые могут быть полезны при разных стилях игры. Угу. Вы повышаете уровень навыков, выполняя связанные с ними действия. Максимальный уровень навыков ограничен уровнем соответствующих характеристик. Так. А, ну, силу однозначно будем вкачивать. Всего здесь раз, два, три, четыре, пять. 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 А, ну, короче, в силу качаем минимум 6. Я хочу, что... А, это максимальный уровень, да? Сила, короче, наша V будет очень сильной. Интеллект, ну, тоже не помешает немножко интеллекта. Так, техника, реакция тоже не помешает. Техника, ну и хладнокровие. Вот, собственно, так я распределил. То есть это такой достаточно сильный персонаж. Не самый умный, ну такой среднего ума, скажем так. Средней хладнокровности. Короче, он сильный, он просто сильный этот персонаж. Да, панель биомониторинга. Дитя улиц. Так, говорят, что вы понимаете улицу, нужно жить на улице. Так, ну это мы уже, в принципе, читали. Это уже не так интересно, как говорится, да? Ну, понимаете, о чем. Киберпанк 2077. Ребят, между прочим, тут как бы я не исключал никакое музыкальное сопровождение, не отключал никакие звуки. Поэтому нас за это, конечно же, могут забанить, там, снять монетизацию. А, соответственно, если снимают монетизацию, значит, видео не продвигают и так далее и тому подобное. В общем, очень-очень не круто. Соответственно, ребят, что хочу сказать. Ребята, если вы хотите, чтобы все-таки видосики были с музычкой, со всеми вот этими приколюхами, штуками, то, пожалуйста, поделитесь этим роликом своим друзьям, напишите комментарий, типа, хочу, чтобы было с музыкой, со всем музыкальным сопровождением, вот, ну и можете финансово поддержать, так сказать, какой-то рублик другой кинуть по ссылке в описании. Так, ну что, мы типа в каком-то...
паре. Обезболивающее. Так. Номер. Вправить сломанный нос. Пипить. Не, ну давайте сначала вправим сломанный нос, хотя... Прям сама? Ёбак. Германа. Какой-то хуйло захотел бы их денег. Я разобралась. Что? Матюки! Матюки! Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Не, ну за это... Нарисовалась проблема. Серьезно. Так, слушай, Вин, нарисовалась проблема, серьезно, неприятности. Ну, давай. Что такое, попал в переплет? Просто спроси. Помощь нужна? Спасибо, это уже я отчаялся. Я, ну, задал Салкирку. Если ты завтра не отдам, то он мне ноги переломает. А с ним вообще лучше не ссориться. Его картели прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ёбаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это брат откинулся, надо было его встретить. Сам виноват, знаю. Я поговорю с Кирком, никак ты, блять, не научишься. Давай, короче... Поможешь мне? Типа, а можно как-то? Вот, никак. Давай вот эту фигу. Когда же ты поумнеешь, Пепе? Пепе? Надеюсь, у брата твоего все в порядке? Ну, пока вроде справляется. Так ты мне поможешь? Ну ладно, окей, давайте все-таки поможем. Я говорю с Кирком, а ты мне потом будешь должен. Поговорить. Добро пожаловать в мир Киберпанк 2077 впервые в Найт-Сити. Тогда советуем пройти обучение, которое познакомит вас с основами игрового процесса. Если вам не требуются подсказки, просто отключите их. Вы в любой момент можете зайти в базу данных, чтобы пройти обучение и узнать больше о самых важных понятиях мира Киберпанк 2077. Ну что ж, окей. Ребят, кстати, если вы хотите тоже приобрести Киберпанк 2077, причем с хорошей скидкой, ребята, ссылка есть в описании, ребята, заходите и покупайте по ссылке в описании. Мне будет приятно, и вам тоже будет скидка. Так что там плюс еще на этом сайте также есть накопительная скидка. То есть чем больше вы покупаете, чем больше вы тратите на этом сайте, тем больше ваша скидка и на последующие покупки. Так что, ребят, советую. Ну что, найти Кирка на втором этаже. Хорошо, что есть подсказки, потому что, ну как вы знаете, я не самый жесткий проходильщик игр. Вот, но поэтому... Так, короче, все нормально. Есть точки, куда идти, все... Все пока нормально. Привет, Кирк, у меня дело, давай. Кирк, есть дело. Ви, какие люди. Выкладывай, что тебе надо. Сесть, Пепе просил с тобой. Ну, слушайте, здесь как бы нету какого-то варианта другого, типа сразу отмудохать его. Ой, что за мясо? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь. Пока что. А, я могу так сделать, да? Дай ему немножко времени, сколько он тебе должен? А, ну давай, сколько он тебе должен, все прощаю. Сколько он тебе должен? Очень много. Точнее сказать не могу. Конфиденциальная инфа. Так вот. Вот это да. Только не говори мне, что у ростовщиков появились принципы. Не факт. Ну, блядь, прикинь, чудеса случаются. Что так, ну давай, ну дай, да, тут как бы окей. Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Мы типа решали здесь. Что, по-твоему, благотворительный фонд? Жди. Если ты занимаешь, то... Это поперечный? Он, блядь, знал, на что подписывает. Это поперечный. Не давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нем. Просто я об этом тебя прошу. Ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет. Нет, это поперечный, да? Ребята, у меня есть мечта. Я хочу озвучить какого-то достаточно большого, ну или хотя бы начать с небольшого персонажа в игре или фильме, ребят. Ну, больше, конечно, в игре. Если есть у вас какие-то контакты, либо вам нужен голос озвучки мой, пожалуйста, ребята, обращайтесь, пишите на почту, обсудим все, сделаем по красоте. Я тоже однажды тебе помогу. Ну, давай пригрозим ему, ты избежишь неприятности, давай, так. Вот что я тебе скажу, Кирк. Мне кажется, ты иногда забываешь, что ты не местный. Ты приезжаешь в Хейвуд с гастролями, а живешь-то в далекой-далекой Пасифике. Это ты сейчас к чему? К тому. Я бы советовала тебе включать мозг, прежде чем наезжать на кого-то из местных. Хм. Ну, можем кое-что придумать.
Так, взять журнал и... Ну, я не знаю. Окей. Клевая тачка, да? Во всем городе таких всего 4. Одна у директора Рейфилда. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвертая? А четвертая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты ее угонишь. Не уверен, что смогу, а ты после этого спишешь, док? Давай, не, я как бы, давай сразу, короче, я готов к активности. Таким вот. Само собой, я свое слово держу, ты же знаешь. У меня поперечный точно, да? В комментариях, прав ли? Угонишь для меня этот... Рейфилд. Спешу, док Пепе, и тебе тоже что-нибудь подкину по доброте душевной. Мой человек Рик работает на парковке углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык. Как только ты придешь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Все просто. Окей, как отключить сигнализацию? Кто хозяин машины? План говно, если честно. Расскажи про Рика. Слушай, я даже не знаю. Реально я не знаю, типа что. Ну, камон, ну давай просто... Просто потому, что это первый ответ, не хочу мотать, все, я не знаю. Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду куда хочу. Кир, так. У таких машин есть сигналка. Очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк, ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки и не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, сестра. Мне кажется, все-таки голос Поперечина не очень подходит к этому персонажу. Или мне кажется. Ребят, напишите в комментарии, как вам голос Поперечина вот у этого персонажа. Мне что-то как-то такое. Ранноватенько все это. Дядь устройство и встать. Да, надеюсь, ты сдержишь сон. Ну окей, 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 окей. Опять это что, подвис? Молодец, я же говорил, что ты умная. Ладненько. То есть, в принципе, все. О. Офигеть, вот это, ребята, 18+, да? Вот это графика, ребята! Огнище. Кстати, ребята, можете смотреть этот видос в 2К, 60 кадров. Так что, ребята, лайк, комментарий, подписка, чтобы смотреть следующие ролики по прохождению этой занятной игры. Офигенски, как это все выглядит. А, слушайте, вот стиль киберпанка, он прям, эта игра есть. То есть, наверное, даже жанр, как сказать, жанр этой игры создал этот стиль. Хотя, конечно, возможно, стиль был создан раньше, я не шибко силен в этом, но это забавный стиль. Я не могу сказать, что я супер фанат этого стиля, но он, безусловно, отличается от... многих других, и он достаточно интересен с точки зрения его изучения, рассматривания. Он довольно яркий. Ну, то есть, почему я говорю яркий? Хотя вроде ночь, все, Night City. Ну, потому что вот эти элементы как раз-таки создают яркость. Именно яркость создают закурить этого... О, закурить есть. Ребят, короче, предлагаю на этом закончить. Ребят, если вам как бы заходит Киберпанк 2077 прохождение, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. Также поддержите, пожалуйста, этот ролик финансово по ссылке в описании. И тогда вы появитесь в следующем ролике, ребят, если вы поддержите этот ролик финансово. С вами был Макшовин, всем удачи, всем пока.